Вы смотрите новости на шестом канале, в студии Юлия Кузнецова. Здравствуйте. Просят помочь следствию. 2 ноября около 7 вечера в лесном массиве неподалеку от проезжей части окружной дороги Колокша-Верхний Дворики на повороте деревни Собино обнаружили тело мужчины. Оно сильно обгорело и пострадало до неузнаваемости. Личность установить пока не удалось. Следственный комитет области уже возбудил уголовное дело по статье «Убийство» и обращается за помощью ко всем, кто может обладать хоть какой-то информацией. Конфиденциальность гарантируется. Следствие интересует период времени 16 часов 30 минут до 18 часов 2 ноября 2018 года, когда граждане могли видеть либо зафиксировать на видеорегистраторе пламя в лесном массиве у поворота на деревню Особино. Просим всех очевидцев данного события, а также граждан, у которых установлен видеорегистратор автотранспортных средств, обратиться в следственные органы для оказания содействия и помощи в раскрытии данного тяжкого преступления. Во Владимире начали оборудовать новые остановки по пути следования автобусного маршрута 21С. Для удобства пассажиров остановочные пункты появятся на улице Тракторной и на пересечении Ракадной улицы и Устья-на-Лабе. А компания АДМ, которая с 1 ноября приступила к обслуживанию еще 5 городских маршрутов, сообщила сегодня, что проездные, приобретенные ранее, будут действовать во всех автобусах, в том числе и на новых маршрутах. Оксана Любимова продолжит тему городского общественного транспорта. Жалоб от жителей стало меньше, а автобусов на городских маршрутах больше. Подводя первые итоги начала работы на 5 оставленных Бигавтотрансом направлениях движения городского транспорта, в компании АДМ говорят, интервалы движения автобусов постепенно выравниваются. Ситуация меняется в лучшую сторону, потому что количество автобусов, обслуживающих и находящихся на маршруте, стабилизировалось, и оно как бы становится больше. Поэтому как бы жалоб появляется меньше, но, сами понимаете, дорожная ситуация как бы тоже очень здорово влияет на интервал движения. За графиками движения автобусов диспетчерской АДМ следят по системе ГЛОНАСС. На большом экране вся городская транспортная сеть. Информация, где в данный момент находится автобус, обновляется каждые 20 секунд. Если из-за пробок и аварий нарушается интервал движения, диспетчеры по телефону отвечают на вопросы пассажиров. Узнают также, как маршруты ездят, по какому графику, какой интервал движения. Во сколько будет автобус тот-то, тот-то, где-то там, ну, на какой остановке и так далее. Сейчас на линии АДМ ежедневно выходит 144 единицы подвижного состава, в том числе и новые волгобасы. Недавно закупленные газомоторные автобусы повышены вместимости с усовершенствованными моторами и более компактным газовым оборудованием. Перевозчики особенно отмечают, все новые машины доступны для людей с ограниченными возможностями. Обеспечить заезд коляски в салон должен водитель. Это их прямая обязанность, которая записана у них в должностной инструкции, в которой они расписывались при приеме на работу. И если подобное происходит, то, пожалуйста, сообщайте в администрацию компании. О таких случаях будем принимать самые жесткие меры. Все до единого имеют низкий пол, все до единого имеют площадку для размещения коляски, все до единой машины. Это было одно из условий конкурса, когда вы выставляли маршруты. Уже к концу года на владимирских улицах появится еще 30 новых газомоторных автобусов повышенной вместимости. Ими планируют усилить самые востребованные городские маршруты. Мы будем усиливать маршруты 20С, 21С, 9С. На 9-м маршруте количество подвижного состава вообще удвоится. 15-й маршрут «Энергетик». Туда будем ставить машины, возвращать опять машины особо большого класса. Вместе с дополнительными автобусами на 21-м маршруте появятся и новые остановки. Горожане уже оценили возможность доехать на общественном транспорте до Тракторной улицы. Только вот жаловались, что разрыв между остановками в промзоне очень большой. Мэрия пошла навстречу людям. Об этом просили жители. Ну и, собственно говоря, это подсказывала логика. Остановки будут организованы в самое ближайшее время. Одна из них вот сейчас производится на ваших глазах. В районе дома по улице Тракторной 15 на противоположной стороне будет такая же остановка. Еще две остановки 21-го маршрута сделают на пересечении улицы Ракадной и Устья-на-Лабе. Сотрудники городского центра управления дорогами обещают подготовить забетонированные площадки через неделю, а чуть позже на них установят крытые павильоны. Будет обустроена и организована остановочная площадка, подходы к этим остановочным площадкам.
общем количестве планируется организовать 4 таких остановочных пункта. Как мы ранее уже установили остановочные павильоны нашей организации на улице Почаевской, поэтому в дальнейшем будем решать и организовывать установку таких же павильонов. Кроме того, на сегодняшней встрече с журналистами в АДМ сообщили, что теперь единый проездной билет действует во всех автобусах компании. И несмотря на включение в него 5 дополнительных маршрутов, цена останется прежней. Оксана Любимова, Александр Мажаров, 6 канал. На улице Стасова сбили пешехода. ДТП произошло сегодня в первой половине дня. Женщина 66-го года рождения находилась на краю проезжей части, пытаясь перейти дорогу. Вместе с потоком машин двигалась и велосипедистка. В итоге она избила пешехода. Самое интересное, что в этом ДТП пешеход не пострадал. А вот женщина 59-го года рождения, которая управляла двухколесным транспортным средством, уехала в БСП. Очевидцы говорят, что аварии можно было бы избежать, если бы этот участок дороги был правильно оборудован. Машина ехала, она, видно, хотела, чтобы машина-то ее. Здесь необходимо делать тротуар. Да, люди мучились, нам негде ходить. Да. Тротуар здесь. Только для машин узкая дорога, тротуар для людей нет. А здесь рынок. Об этом проблемном участке мы рассказывали. Социальных объектов вблизи улицы Стасова немало. С южной и северной стороны находятся 2 детских сада. Рядом школа и рынок. Заселены новостройки. Поток людей, так же, как и машин, большой. Но если для автомобилистов асфальт новый положили, то для пешеходов тротуар так и не сделали, ссылаясь на отсутствие его в проекте. Кроме того, до сегодняшнего происшествия ДТП с участием пешеходов здесь якобы не фиксировали, поэтому участок считается неаварийным. Тем не менее, в следующем году чиновники обещали рассмотреть возможность спроектировать дорожку для пешеходов на улице Стасова. Против дорожных ям. После одного из материалов с участием активиста ОНФ, посвященного качеству владимирских дорог, который вышел в эфире федерального телеканала, общественники решили и во Владимире устроить круглый стол. Людям, чиновникам и инспекторам ГАИ еще раз показали карту убитых дорог и заострили внимание на особенно актуальных, по мнению общественников, вопросах. Как смотрит исполнительная власть на эти инициативы, расскажет Игорь Липский. На карте убитых дорог во Владимирской области сегодня 702 проблемных участка. Только во Владимире таких болевых точек больше 220. Главные дорожные вопросы областного центра на круглом столе напрямую обсуждают общественники, жители города и чиновники. Среди лидеров антирейтинга – улицы Полина Осипенко, проспект Строителей, Совхозная, Спиранского и Фатьянова. Это Пугачевский бунт, это соединение улицы Спиранского с улицы Чапаева. Это большие пробки, да? Это переживания каждого водителя вовремя попасть из юго-западного микрорайона в центр города, в сторону Москвы. То есть сегодня будет уделено внимание именно еще организации дорожного движения по городу Владимиру. Проблемные точки общественники просят включить в план ремонта на 2019 год. Есть претензии и к состоянию пешеходных переходов. Последний рейд активистов ОНФ показал, что многие из них по-прежнему в плачевном состоянии. Местные жители вспомнили про критическую ситуацию на улице Стрелецкой. После запуска Лыбецкой магистрали движение здесь интенсивное. Летом здесь установили пешеходный переход. Знак пешеходного перехода загораживают ветки деревьев. Лежачих полицейских нет. Приближаясь к зебре, водители не сбрасывают скорость. Люди боятся попасть под машину. А многолетняя переписка с чиновниками не дает результатов. Возьмем в планы работы, предусмотрим. Нету средств на строительство тротуаров. Нет проектов на строительство тротуаров. То есть были всевозможные отписки, результатов было ноль. Местные жители предлагают установить здесь новое освещение, сделать тротуар вдоль проезжей части и организовать одностороннее движение. Но замглавы администрации города Сергей Литвинкин заявил, что с решением этого вопроса стоит подождать. По обрезке деревьев это не такая большая проблема, чтобы ее устранить. У Ленинского военкомата, там, где сделали пешеходный переход, как вы, да. По освещению, я думаю, тоже больших проблем не существует. Единственное, что вот я бы аккуратнее подходил, значит, это к организации одностороннего движения с учетом того, что сейчас у нас
Город Владимир испытывает значительные нагрузки, транспортный поток в связи с ремонтом М7. На круглом столе остров стал вопрос недостроенных дорог. Улица Спиранского недоделана, а соединение Нижней Дубровой и Диктора Левитана недостроено. Заместитель главы администрации города Владимира Сергей Литвинкин заявил, что мэрия готова продлить дорогу до улицы Чапаева уже в 2019 году. Но стоимость первого этапа ремонта составит 78 миллионов рублей. В случае, если, допустим, нам либо с регионального, либо с федерального бюджета окажут финансовую поддержку, мы готовы рассмотреть строительство данного участка дороги. Чиновники и общественники пообещали жителям, что эта встреча не последняя. В следующий раз на круглом столе городские власти отчитаются о решении проблем, которые обсуждали сегодня. Игорь Липский, Александр Мажаров, 6 канал. Лидия Смолина уходит в отставку. Вице-губернатор, курирующая сферу ЖКХ, написала заявление по собственному желанию сразу после выхода из отпуска. Информация об уходе чиновницы подтверждают в пресс-службе губернатора. Замена на ее место уже найдена, но в Белом доме пока не раскрывают имени нового заместителя губернатора. Кандидатура еще должна пройти согласование. В СМИ тем временем появилась информация, что руководить инфраструктурой ЖКХ и энергетикой региона будет Александр Байер. До этого он занимал пост заместителя губернатора Нижегородской области. Свою карьеру Байер начинал в коммунальной сфере. Работал в водоканале Ростова-на-Дону и Нижнего Новгорода. Занимался водоснабжением в Москве. Вице-губернатором Нижегородской области проработал больше 3 лет. Что касается нынешнего руководителя коммунальной сферы региона Лидии Смолиной, в команду губернатора она пришла еще летом 2013 года. Тогда чиновница возглавила департамент ЖКХ. В 2016-м Смолина получила место первого вице-губернатора. Прямо сейчас коротко еще о некоторых значимых событиях этого дня. Умер, надышавшись газа. Следственный комитет Владимирской области проводит доследственную проверку по факту гибели 15-летнего подростка. Трагедия произошла 5 ноября в Александровском районе. Около 23 часов мальчик отправился в свою комнату спать. А когда мама заглянула к нему, нашла сына без признаков жизни. После осмотра места происшествия следствие предположило, что подросток умер, надышавшись паров газа из газового баллончика для заправки зажигалок. Мальчик воспитывался в полной многодетной семье. Родители даже не подозревали его пристрастия. Виновен в причинении смерти по неосторожности. Октябрьский рассуд Владимира вынес приговор 31-летнему заключенному. Судом установлено, что в апреле 2018-го в помещении раздевалки колонии номер 3 между двумя осужденными возник конфликт. В результате один мужчина 2 раза толкнул другого в грудь. Пострадавший упал, ударился, получил тяжелые телесные повреждения и вскоре скончался в спецменсанчасти. Свою вину осужденный признал. Суд назначил ему 9 месяцев лишения свободы. Учитывая ранее вынесенные приговор, окончательное наказание составит 1 год и 11 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил. Выращивал коноплю для личного потребления. 46-летнего жителя области подозревают в культивировании и хранении наркосодержащих растений. В домовладении мужчины полицейские изъяли сухие части растений серо-зеленого цвета с характерным запахом, массой более 0,5 килограмма. Экспертиза показала, что это наркосодержащее растение конопля. Как установили полицейские, ее мужчина посадил еще весной рядом со своей деревней. Он ухаживал за растениями, а осенью оборвал и высушил листья с 479 кустов. Следственным отделом полиции по Меленковскому району возбуждены 2 уголовных дела за незаконное культивирование и хранение наркосодержащих растений в крупном размере. Стали лучшими на Всероссийской туристской премии «Маршрут года 2018». Представители Владимирской области выиграли в финале Всероссийского туристического конкурса. Он проходил в Ульяновске. Там защищали более 90 проектов из 32 регионов страны. Проект «Гороховец. Кладезь купеческих традиций» занял 1-е место в номинации «Лучший туристский маршрут в городе». А «Путешествие в гороховое царство. Пряничное государство» в номинации «Лучший детский маршрут». Изюминкой маршрутов победителей от наших земляков стала не только прогулка по самым красивым местам города и экскурсии в музеях, но и мастер-классы для детей и взрослых, а также интерактивные программы, позволяющие туристам окунуться в прошлое. 4 бронзы чемпионата и первенство ЦФО по киокусинкай. Такой урожай наград собрали спортсмены Владимирской области. Соревнования проходили в Суздале. В них участвовали 210 спортсменов из Москвы, Брянской, Владимирской, Московской, Липецкой, Тамбовской и Ярославской областей. Наш регион представляли 14 спортсменов. Софья Конышева выиграла медаль на первенстве ЦФО России по киокусинкай среди девушек 14-15 лет. Еще 3 награды уже на чемпионате ЦФО завоевали владимирцы Тимур Мамбетов,
спорта Сергей Николаев и суздальский спортсмен Алексей Сидоров. К парламентской теме мы продолжаем общаться здесь, в нашей студии, с представителями фракции, которые представлены в законодательном собрании региона. Сегодня на наши вопросы о работе фракции КПРФ в областном парламенте ответит заместитель председателя Заксобрания, а также первый секретарь Владимирского областного комитета КПРФ Антон Сидорко. Антон Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте, Юля. Прежде всего, хотелось бы вас расспросить, поскольку в областном парламенте человек вы новый, расскажите о своей общественной политической деятельности. Почему вообще решили баллотироваться, почему пришли в политику? Вот коротко. Дело в том, что я в партии КПРФ уже стою 13 лет, и, собственно, как 2 года я возглавил Владимирское региональное отделение партии. И, естественно, что в партию регулярно приходят люди совершенно с разными проблемами. Уличное освещение, там, убитые дороги, обеспечение лекарствами, ну, элементарно даже своими личными житейскими проблемами. И, конечно, их необходимо решать. И как раз-таки, будучи, скажем, обладая фракцией КПРФ в Заксобрании, крупной фракцией, у нас получается очень хороший инструмент решать эти проблемы на системном областном уровне. Вы сейчас занимаете должность заместителя председателя Заксобрания. Один из 4 заместителей, который не является членом фракции «Единая Россия». Скажите, вот вы как к этому избранию относитесь? Ваше вот личное ощущение? Ну, наверное, это, скажем, такая ответственность, потому что где-то, конечно, ну, работать тяжелее, потому что председатель Владимир Николаевич Киселев председатель партии «Единая Россия», другие заместители тоже «Единую Россию». Я представляю, можно сказать, должность заместителя от оппозиции. Находясь на должности заместителя председателя, все-таки я чувствую, что проблемы, ну, какие-то решаются быстрее. Потому что проблему можно уже решить, скажем, не на уровне какого-то звонка, а на уровне инициативы, которая уже будет затрагивать интересы, ну, большого количества людей. Ну, приведу пример. Вот, условно говоря, у нас в области разрабатываются песчаные карьеры, да, скажем так, где-то незаконно. И люди часто раньше на это жаловались. Так вот, теперь вот сегодня наша фракция выходит с инициативой к федеральным законодателям с тем, чтобы официально запретить недропользование на землях сельскохозяйственного значения. Если говорить вообще о работе фракции в ЗАИСе, вы уже начали о первом законопроекте, который вы бы хотели внести. Что еще из того, что сейчас, вот именно сегодняшний день, важно и актуально, вы видите актуальность вопросов, которые вы сейчас прорабатываете? Ну, мы недавно вышли, скажем, из выборной кампании, поэтому в ближайшее время мы хотим внести некоторые изменения в избирательный кодекс Владимирской области. В частности, возвращение к прямым выборам глав городов и районов. Вот на сегодняшний день мы знаем, что у нас прямыми выборами только выбираются 3 главы крупных городов. Это Муром, это Ковров и это Гусь-Хрустальный. Если взять Владимир, если взять целый ряд других крупных городов, районы, то там главы администрации, они не выбираются. Они назначаются комиссией, состоящей из депутатов и чиновников. И потом люди не могут даже спросить с тех, кто возглавляет их там район либо город. Следующее. На сегодняшний день мы пришли к рассмотрению бюджета. Да, то есть бюджет на 2019 год и плановый период 2020-2021 года внесен. Сегодня мы с ним знакомимся. Документ очень большой, объемный. Его за день-два не изучишь полностью. Но уже сейчас мы видим, что есть определенные, ну, назовем так, перекосы и определенный момент, который можно изменить. Ну, к примеру, в бюджете очень серьезные предусмотренные расходы. Больше, наверное, чем достаточно на правоохранительную деятельность. Больше, чем достаточно на освещение деятельности администрации в средствах массовой информации, ну, грубо говоря, на пиар областной администрации. Где-то есть, хоть в меньшей степени при новой администрации, да, уклон в сторону каких-то выставок, фестивалей. Немножко, скажем, секвестировав данные статьи, мы бы могли больше денег, скажем, выделить, например, на предоставление жилья детям-сиротам. У нас большой дефицит и большая очередь. А мы бы могли выделить доп. Средства как раз-таки на строительство психоневрологических пансионатов для престарелых людей. Вот. И поэтому есть вот целый ряд у нас предложений. Мы сейчас еще, ну, дорабатываем наши поправки в проект бюджета, который будем вносить. Тем не менее, я хотела бы сказать, фракций у нас 5. И вы уже сами сказали, что вы заместитель председателя от оппозиции. Скажите, есть ли взаимопонимание с представителями других фракций, хотя бы оппозиционных, или все равно перетягивание одеяла на лицо в ЗАИСе сейчас? Нет, я скажу так, что, в общем-то, по целому ряду направлений, я даже беру не только оппозиционные партии, но
и ту же «Единую Россию». То есть мы вместе входим в различные рабочие группы. К примеру, рабочая группа по согласованию полномочий по там, градостроительной сферы между областью и городом. Да, вопрос непростой. Представители разных фракций вошли. То есть мы сейчас обмениваемся какими-то мнениями. Рабочая группа по контролю за условиями содержания заключенных во Владимирской области, да, в системе ФСИН, забегая тоже немножко на другую тему, что касается инвесторов. Вот мы знаем, что у нас сейчас очень серьезная проблема по мусору во Владимирской области. Просто ключевая тема, кстати сказать, это одна из тем, из-за которой, в общем-то, Светлана Юрьевна Орлова получила очень, скажем, низкий рейтинг, потому что эта проблема не решалась. Более того, стояла острая проблема ввоза московского мусора. Вот наша фракция КПРФ в ЗАГС собрании, тем более, что у нас сразу три депутата в Комитете по аграрной политике и экологии, мы готовим круглый стол как раз-таки по мусорной проблематике, куда вот приглашены как раз-таки и чиновники, и депутаты, самое главное, общественники, и ключевой момент – инвесторы, которые готовы вложиться в регион как раз-таки по мусоросортировке, мусоропереработке, которые готовы не устраивать здесь свалки и полигоны, да, вот полуторатысячный гектар, а которые готовы реально вкладывать в эту отрасль деньги, делать ее чистой, и ну, при этом, чтобы мнение людей было учтено. Работы хватает. Я скажу, фракция у нас молодая. Да, вот, у нас из прошлого созыва только один депутат, Емельянова, которая была в прошлом составе. 6 депутатов новых. То есть, конечно, мы где-то учимся, конечно, мы где-то что-то делаем впервые, но работы, говорю, очень много, работы хватает. Кстати, в этом отношении, причем из разных фракций депутаты, которые уже, назовем так, не первый созыв, кому-то можно обратиться, подскажут, тоже там где-то направят в этом отношении. То есть, есть стремление к конструктиву. Спасибо вам большое. И я напомню, что это был заместитель председателя ЗАГС собрания Антон Сидорко. Отметили служебные заслуги. В преддверии Дня полиции на Соборной площади провели торжественный развод региональных сил УМВД. В нем поучаствовали более 100 полицейских. Среди них сотрудники патрульно-постовой службы, госавтоинспекции, кинологи, кавалеристы. Наиболее отличившимся по службе вручили ведомственные награды, грамоты и благодарности из Министерства внутренних дел. С теми, кто охраняет наш покой и борется с преступниками, пообщалась Маргарита Махрова. Они каждый день охраняют покой и порядок, борются с нарушителями и преступниками. А сегодня особо отличившихся награждают за службу. Такие гарнизонные смотры проводят традиционно раз в несколько месяцев. Но сегодня особый случай. В преддверии профессионального праздника на Соборной площади Владимира собрали более 100 сотрудников органов внутренних дел региона. Егор Мамлин – полицейский кинолог из Коврова. На службе уже 7 лет. Сегодня получил благодарность министра внутренних дел страны. Первая задача, конечно, как и у всех, это охрана порядка. Уже последующая – это работа с собаками, а именно я работаю по профилю обнаружения взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов. За что вам вручили благодарность? За командировку в город Нижний Новгород на проведение чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Осматривал я автотранспорт на постах ГАИ при въезде в город. 22 сотрудникам полиции вручили благодарности и грамоты от министерства, а также медали за доблесть и отличную службу. В числе награжденных сотрудники патрульно-постовых служб, госавтоинспекции, участковые. С наступающим праздником участников смотра поздравили областные чиновники и представители ЗАГС Собрания области. В этот день мы вас благодарим за ваш профессиональный труд, преданность служебному долгу. Особо хотелось бы отметить, что в этом году вы решали такие важнейшие государственные задачи по защите общественного порядка, связанные с проведением выборов президента Российской Федерации, выборов губернатора и депутатов законодательного собрания Владимирской области и охрана правопорядка при проведении чемпионата мира по футболу. К слову, в последние несколько лет в нашей области наблюдается снижение преступности, а это в том числе заслуга сотрудников полиции. Однако у каждого региона свои болевые точки. Хотелось бы поблагодарить весь состав УВД и территориальных органов внутренних дел за добросовестное выполнение своих обязанностей. Приоритетные направления, это еще раз я говорю, тяжкие, особо тяжкие по линии уголовного розыска, незаконный оборот наркотиков, экономика – это коррупция и незаконное расходование бюджетных средств. Поэтому есть над чем работать. В завершении смотра все участники строем прошли по Соборной площади, а затем снова вернулись к службе. Маргарита Махрова, Артем Горчаков, 6 канал.
Это все, о чем вам успели сегодня рассказать. Прямо сейчас еще немного полезной информации и прогноз погоды. Ну, я прощаюсь с вами. Спасибо, что провели это время с нами. Всего доброго и до встречи. Сегодня ночью в Владимире будет пасмурно, пройдут дожди. Температура воздуха опустится до 0 градусов по Цельсию. Во Владимирской области завтра будет облачно, возможны кратковременные осадки. Столбики термометров покажут 3 градуса тепла. Ветер северный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 89%.